В Агдамском районе Азербайджана продолжается строительство совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции. В соответствии с меморандумом, подписанным Турцией и Российской Федерацией, по событиям в Азербайджане предпринимаются шаги по скорейшему задействованию центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня. Соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и Российской Федерацией, говорится в сообщении. Кроме того, в рамках шагов по поддержке вооруженных сил Азербайджана в освобожденных от оккупации Армении азербайджанских районах работают две команды саперов, общей численностью в 135 человек. Еще 15 групп турецких экспертов, общей численностью в 64 человека, проводят обучение азербайджанских военных по вопросам разминирования территорий. Турция и далее продолжит поддержку братскому Азербайджану в свете лозунга «Одна нация, два государства», подчеркивается в сообщении.